она не заканчивалась, а просто как продолжила мой диалог, да, и это борта. Вот так, да, это было совершенно не страшно. Если это показалось тебе страшным, то я советую тебе... я помню этих комариков. Надеюсь, у тебя есть спрей от насекомых? Саша, я в порядке! Не смотри вниз, ладно? И не блевай. А вот это вообще не мое. Ого, ты что, подкачался? Ладно, ладно, успокойся, тебе нужно залезть наверх. Так у меня времени вообще много дают. Сильнее обычные руки! Да, робот-рука сильнее обычной. Если я с тобой соглашусь. Ого! Быстрее! Быстрее, Ника! Ну вот-вот упадет! Держись! Мы просто сделали лестницу с нее. Просто держись, хорошо? Рис, я отпускаю. Нет! Нет, Саша, я тебя не отпущу! Я должен мне... Так, ты должна мне доверять. Я нас вытащу. Саша, этого не забудет. Все нормально. Саша, Саша! Нет! Ой, а мы... Мы что, так близко к земле? Умеешь ты... Красавец. Но если честно, ты же сказал мне не смотреть вниз. Ну, теперь ты можешь спрыгнуть. Ладненько. Ну, все так... А ну да. И к твоему сведению, я не позволила тебе упасть. Ох, мы уцелели. Ты надо мной стебалась? Я рад, что я разбила себе лепешку. Мне тоже приятно. Итак, пульт управления турелями там наверху. Что ж, пойдем туда живописным маршрутом. Так, о, опасное растение. Мы встречали такое на кухне. Ого. Это всего лишь деревья. Ой, да ладно, только не говори, что ты не впечатлен этим же, как и я. Сколько же... В местах подобных этому, красавчик, так. Красивые виды сопутствуют ужасному насилию. Это я тебе говорю как человек, побывавший внутри Луны. Идем. Лучше... Так, для Гертус... Горсис где-то там. Ну, к растению лучше там и не подходить. Оно так и должно выглядеть. Ищем бабки, ищем бабки, ищем бабки. Не, туда я не подойду. Застыть пока что. О, тут бабки. Плюс улучшение для кого-то. Если нормальная сумма. Нет, не для кого. Ого, это нехилый такой фрукт. Думаю, что даже вон не смог бы уметь. Из того, что я видел, он слопает его быстрее, чем вы успеете вытащить так, наши пушки. Так, ограда для растения. Вы только гляньте. Природа берет свое. Так и должно быть.
Это шарф, это чей-то подарок? Моей сестре. Она подарила мне его перед моей первой долгосрочной высадке. Что это еще за хрень? Это возможность. На что ты рассчитываешь? На этот крошечный пистолет? Тебе понадобится нечто больше. Мой Феликс сделал его для меня. Он всегда говорил, что лучше решать проблемы словом, нежели борьбой. Просто Феликс никогда не встречался с монстром из хранилища. Феликс устраивал сюда предохранитель. Этим не только. Он что, боялся, что я могу пораниться? Вот, больше никаких проблем со стихийным уроном. А если у тебя проблемы с патронами? What's that? Что это? Obviously, it's a bullet. Очевидно, это пуля. I mean... Why are you... Блин, я даже не знаю. Начали изучены. Блин, ну верить, не верить, знаете, но это такое. Looking at it like that. Это запасной план. На чрезвычайные случаи. Это твоя счастливая пуля. У каждого есть здесь есть свои... Так, именная пуля. Если тебе повезет, то эта пуля твоя. Так что храни ее так при себе. Ты же не хочешь, чтобы ее использовали? Так, теперь кончай ее. Так, ну я лучше атакую противника ожогом. Он хочет убить тебя. Придумай что-нибудь. А если бы он... А почему бы тебе самой не убить его? Да, ну а что если бы эта штука бы он убил? Когда ты станешь искателем хранилища, подобные мелочи больше не смогут наносить тебе вред. Никогда в жизни. Ты всего лишь завершаешь меня искателем хранилища, но я не такая, как ты. Я не умею метать щиты или же становиться невидимым. Мой единственный заговаривать людей зубы, чтобы обвести их вокруг пальца. Не все мы вольны выбирать наши таланты, Фиона. Взгляни на меня. Думаешь, я сама выбрала щит на самозащиты? Но я научилась обращаться с ним. Твоя жизнь прожила справедливость с врагами и хитростью. Воспользуйся ею сейчас. Обзоры последствий всех своих действий. С помощью левой кнопки мыши выберите, какое действие совершить. Не так уж и сложно, правда? Я прям как настоящий искатель хранилища, думаю, что предпочту. You think so? Ты так думаешь? Фиона, искатель хранилища. Like мне нравится. Идем. Чем скорее мы научимся галтрить, тем быстрее сложится, свалим отсюда. Нужно посмотреть, сколько у нее патронов. Хотя, мне кажется, они не покажут, да?
Следуйте за Сашей. А, глаз не работает, замечу. Посмотреть. О, они милые, но для Пандоры, конечно. Их лучше не хватать, потому что это электрические хири. Я помню в игре. Электро, шлаки. Не, ну на самом деле красиво. После некоторого времени тебе начинает казаться, будто ты уже все видел, будто тебе ничего нельзя удивить. Ну, типа, видите, я нажал, оно просто ускорило процесс. Так, я хочу подарить тебе этот цветок, так что, пожалуйста, не убивай меня. Ладно. Ну ладно. Я иду по сюжету, знаете, ну, видно, что у них какие-то чувства. Когда в начале они начали говорить, Саша такая, хорошо, я типа доверяю, окей. Ну, тогда в какой-то степени она же, наверное, знала, что ключ фальшивый, не настоящий, да? Вот так. Спасибо. Мне идет. А им не понравилось это. Что это за хрень? Именно поэтому здесь нельзя расслабляться ни в какую секунду. Красиво, это плохо, да? Вытри сок. Туда! Неужели? Хоть что-то медленно. Рис, здесь нет электричества. Думаю, я смогу завести его. Чего-то, подъемник тоже медленный. Странно. Странно то, что они летят на мое лицо. На который вот цветок. Вон. Ах, какого черта? Я думал, что Рис разобрался с ним. Ты сама можешь с этим разобраться. Ох ты ж. Привет, Джейни. Афина? Ты где? Давай. Я же говорил тебе, милая. Ехала далеко поступить больше заказов. Найди много времени и обещания. Я серьезно, прямо сейчас отправляю посылку для заказчика. А, ну турель еще можно, если не то. Вот так. Ага. Я знаю. Мне пора, очевидный заказ. Я... Скоро увидимся. Пока-пока. Почему она лесбиянка? Я, конечно, ничего не имею против, это ее выбор, но... What? Что? It's not that I wanna lie to her. Чтобы не хотелось врать ей. She just... Просто она слишком много беспокоится. Просто скажи ей правду. Worries. Maybe you should just... Возможно, тебе стоит сказать ей правду. Let's just keep moving. Пошли дальше. Looks like this piece возможно, of если вы в этой Алладин двери, то есть и мощи, то сможем проломить ее. Есть идея?
Дверь потянуть. Сканер. О, погоди, у меня есть это. Это что, глаз? Ага. Почему ты носишь глаз у себя в кармане? Я думал, он может пригодиться. Добро пожаловать, генерал Полтус. Видишь, он все пригодился. Это очень странно. То, что ты таскаешь этот глаз с собой, самое жуткое, что мне когда-нибудь доводилось видеть. А я видела многое. Господи, еще как странно. Почему бы нет? Окей, мы очистились внутри. О, я помню это место. В игре тоже помните? Или это в Халфе? Какая красота. Или это в Халфе было? Ага, неплохой улов. Хватай его и сваливаем. Мне не нравится этот луч, который там. Твой друг должен был вырубить эти турели. Я знаю, я знаю. Фёна, все хорошо? Чего вы так долго? Ау, турели. Турели все еще работают. С какого перепуга? Ну, нам пришлось пойти в обход. Найс. Вырубите их сейчас же. Скорее. О, чертова хреновая, которую я не видел. Вау. Окей. Ну ладно. Whatever you gotta do, you should. Похоже, тебе придется работать быстрее, чем ты планировал. Ага. Дезактивация турели соединения. Нажмите для инсталляции связи. Так, это сложно. Мне просто нужно соединить Security systems. And that will shut it down? Yeah, that's the plan. Well, you know, it's kind of like pulling strings. You tug on one and see what happens. Okay. How can I help? Yeah, just give me some space. I can do this. Рейс, что ты творишь? I'll do better. Я буду стараться. А, так у меня еще what время exactly есть. Are you doing? No, I'm trying to patch it. О, турелики. И сверху, да, вот здесь турели. A lot of different systems in here. Ну я понял, у меня времени мало на самом деле. You see that symbol in the top right corner of the screen? See, that's what I'm looking for. Отключение турелики. There we go. Вот так. Твою мать. Саша, взгляни-ка на это. Он ученый Атласа? Ничего хорошего это не сует. Come on. Уходим. Of course. Ну конечно. Мы же в безопасности, правда? Пока у щитов не закончилась энергия, у нас не расставился турели, да. Я пробегу сквозь огонь. Придумал. Иди своим щитом. В эти пушки, чтобы он отрикошетил. Он слишком с нами, если не будет щита, чтобы защитить от огня. А, ну да. Забираю улучшение для Гортаса, скорее.
Думаю, это модель энергошасси. А как думаешь, зачем он? Благодаря нему мы на шаг приблизились к хранилищу. Постоянно рисковать своей жизнью, пытаться выяснить, что находится внутри хранилища. Еще как, черт возьми. Я скучаю по всему этому. Я знаю, что пообещал Джейну, но это... Трепет. Не сравним ни с чем другим. Идем. Поднеси эту штуку, чтобы она сделала то, что должна сделать. Это то, что ты искал? Да. Да ладно, ты нашел эту частицу именно тогда, когда Фиона начала про нее рассказывать. Совпадение? Не думаю. Видимо, мне повезло. Ага. Повезло. Ага. Зачем тебе нужна эта штука? Очевидно, ты знаешь его, что случилось. Если бы я знал все, то вас бы тут не было. Да, до нас дошло. Окей, у нас все еще есть время, по сути, 20 минут. Может быть, закончится эпизод? Или где-то так? Ну, теперь она хотя бы с шляпой. О, у вас получилось! Отпад! Ты принесла мне поисковую информацию? Насчет хранилища? Да. То, которое мы ищем, называют хранилищем Путника. Ясно. И почему же оно так называется? Ну, судя по всему, оно может телепортировать в любую точку вселенной. Что ж, это изумительно. Я знаю! Вы вернулись. Но еще и с улучшением для Гортерис. Ура! Значит, вы покинете это место. Все равно нет смысла бродить по этой никчемной заброшенной базе. Сперва мы поставим улучшение Горти. Isn't it? And you need to be off to the next part of your adventure. You do realize что мы ждем еще двоих друзей? Да. Мы же не можем бросить своих друзей. Да, точно. Не вопрос. Well, ну, может тогда I should be the one to lead them. What happened? Что случилось? Риза просто ужалили. Он в полном порядке. Розу жаль, в порядке. О, ну хорошо. А мы кое-что выяснили. О Кассусе. И почему ты смотришь на меня? Он работает на Атлас. Ах ты лживый атласский кусок дерьма! Воу-воу, полегче! Возвращай должок. Чем все так выполняешь? Что происходит? Я знаю, что этот день в конце концов настанет. You sure took your time. Will you? Зачем же ты врал нам? Your wait will soon be over. Why did you lie? И зачем же ты врал нам? Разве это не очевидно? Женщина, убившая каждого человека, с кем я работал, вдруг появилась у моего порога. Было бы неблагоразумно показывать ей, что она упустила. As far as I'm aware, I am the last remaining Atlas employee on Pandora. And you're the last to die. Значит, оставшийся лучше. Подожди, почему ты это делаешь? Потому что. Боже. Потому что Атлас обманом заставил меня убить собственную сестру. Теперь я. Теперь ясно. А что бы ты сделали, если на моем месте? Единственная вещь, что не давала мне это сделать, так это концовка моего гнева. И так что избавиться от Атласа и отомстить за свою сестру. Вот. Бля. Я не знаю. Я не позволю тебе это сделать. Окей. Почему я должна убить его? Афина, остановись! Я не могу! Ты просто не понимаешь! Я поклянулась, но поклялся ты не ради нее, а ради себя. Ты все так воспринимаешь, будто у тебя нет...
Ты не обязана. Я сожалею о том, что произошло с твоей сестрой. Спасибо. Нет, тихо. Твоя мать, а что это было? Афина! Нет! Фиона? Естественно. А почему Брик на них работает? Подождите. Я видел там Брика. Что, блядь? А? Что происходит? Ну что ж, вот и узнала, что случилось, если доверять своим друзьям, а не мне. Эй, парень, помнишь меня? Взять его. Мне новая рука видела. Так, где Гордис? Now you all have a habit of making. Стойте, я все объясню. Me ask twice. You know what I'm supposed to be more scared of? The oversized piece of crap that belches fire, or the rocket launcher она держит. Good one. Is that my Gordis? Так значит, моя Гордис застряла в этом. Август, я понял. Ты перечень мне, сын. Ты сказала взять, а я сказал понял. Как я перечень? Дело в инерциации. И меня такой тон, потому что меня достало гоняться за этой сволочью. Но как я и не сказал, я все понял. Это возмутительно. Позвольте мне поговорить с вами управляющим. Что ж, хреново выглядит, я собираюсь пройти мимо и вернуть назад в твой мозг, если тот кто-нибудь не повредит. Удачи. Мне становится больно. Что за... О боже! Отвали, мелкий психопат! Свобода! Что там делать? Беги! Ладненько! Ни хрена она улетела! Не знаю! Я представлю рис! Давай же, Гордис! Почему Брик с ними, я не могу понять? Рис, сюда! О, твои друзья не слышат тебя, девочонка. О, нет, стой как. Ты не это ищешь? Кажется, ты обронила. Так, я не знаю, что эта штука делает, но тебе, очевидно, она нужна. И это типа значит, что, очевидно, она нужна и мне. Все понятно? Мне не нравится, если бы ты... Ой, ушки. Выкуси. Думаешь, мы совсем идиоты? You think we stupid or something? Никто больше не направит на меня эту херню. Значит, когда вы забрали мой пистолет, наверняка поняли, что пистолет — граната с дистанционным активатором, да? Детонатор в моем зубе. Что? Воу! Ха! Что за... Эй, что это было? Ты что-то видел? Подожди секунду, чувак. Черт.
Hurry up, man. Мужик, просто постарайся, кусать, делай кольцо. Я не хочу угадывать засаду. Окей, попади в засаду. В чем проблема? What the? Какого? Окей. What the fuck? Какого хрена? Отличный выстрел, кстати. Ага, я тренировалась. Теперь вытащи меня отсюда. Вот дерьмо. Прости, Фи. Давай. Да, вот это разговор. А что ты думаешь, что ты всякая крутая? Ну же, давай. Да, сдохни уже. Черт. Вау, вот это вот. Ладно, спать. Помощь, помощь, мне бы не помешало. Подожди минутку, а... Видите, оно сама оторвалось, и мне не нужно было очень быстро сожжать. А что ж, было странновато. Меня все сейчас тошнит. Сразись со мной! Афина? Кажется, у нее неприятности. Приветствую. Вы видели Гортис? Она направилась сюда. Моя благодарность безгранична. Стой, грузчик, подожди. Куда ты собираешься? Ну, нам нужно вернуть Гортис. Ты поможешь Афине, а я вытащу задницу Риза из ада снова. С тобой все в порядке? Будь осторожна, Саша. Не. Развлекись там. Ты тоже. Ладно, я рад за робота, что он может быть. А что, у нас тогда хера патронов, рели? Замечу, что наша шапку подняла, так как мы костюм купили. Ва, это даже оборудование. Одежда влияет на что-то. Черт. Ну, чего, как? Это мы. Безупречная посадка. Ладно, это было впечатляюще. Знаю. Давай, нам нужно вернуть Гатрис. Быстро на своих. Береги это. Вот Гортис, это понадобится. I'll take care of this. But what if Finch and Kroger catch you without the piece? They won't. Не могу. Да, но если оно тебе нужно, но не верю убить так. Они убьют меня, потом придумают за тобой. Но у тебя есть фора, так что ситуация без. Без проигрыша. Стой, ты куда? Собираюсь остановить грузовик. Как? Я не знаю, прикрой меня. Чем? Придумай! Эй! А вот это плохо! Дерьмо! Грузчик, мы должны избавиться от этого стекла. Подбери меня ближе. Радиус от вас. Да. Вперед! Забудем в сторону, в сторону! Помогите! Раскрутите битвы перед нами. Не наступит кибертангуста или пулеметчика.
Какого? Какой-то забияк. Добро пожаловать на мировой чемпионат по футболу. Танчдаун. Вы поцарапали крышу. А теперь еще и стекло. Стекло должно. Саша! Держись за что-нибудь. Все, хватит с меня этого дерьма. Грузчик! Спасайся! Спасайся, грузчик! У меня есть идея получше. Ты серьезно? Хотел прикатиться и уйти от пули? Мне достаточно слегка двинуть рукой, и оп, я снова целюсь на тебя в лицо. Ты такой мудак, Август! Мы так официально не расстались, знаешь? Да, расстались. Нет, не официально. Но тогда и я официально. Вот поэтому я официально... Я за Гортис. Я за Гортис. Так, давай же. Гортис! Помогите! Что, кто-нибудь, кто угодно! Грузчик? Рис! Наконец-то! Весь сыр-бор из-за куска! Ничего личного, Финн. Брик. Наемник Берсерк. Как всегда. Ничего странного. Короче, нужно под цвет, я понял. Но себе не... Афина! Афина! Снайпер! Снайпер, ложись! Спрячься и найди его позицию, живо! Стой! Почему Брик и Мордехай... Бум, хедшот. Против нас. С помощью левой кнопки мыши выберите, какое действие совершить. Ничего, что там у Брика рука не застряла? Я не знаю тебя, но лучше бы тебе свалить. Это разработка... разборки искателей хранилища. Какой тебе смысл лезть под пули? Никому не позволю стрелять по моим друзьям, мудак. Не волнуйся, ты привыкнешь.
О, это будет весело. Нифига она изменилась. Какого хрена? Классные ножки. Спасибо. Так, люди все еще пытаются убить нас. Что будем делать? Просто бежать. Ты должна только бежать. Оки-доки. Похоже, доспехи кого-то говняки. Пора валить. Эй, не без тебя. Свидимся, мудил. Приятного полета, чмошники. Вам повезло. Вообще, это стало едва ли безопасным. Это величайший момент моей жизни. Совсем рядом прошло. Знаю, знаю, есть идея. Летит! Вот еще один. А всем держаться? Дерьмо. Ха-ха, да. Да, это так держать. Берегись. Вот черт. Лишнего, дамочка, правда. Почти. О нет, пахнет жареным. Паровозчик более на подходе. Чух-чух! Ты подстрелила мой мизинец. Иди сюда. О, щит! Вот это было больно. Это жесткий приклад был рукой. И смотря, когда я играл за Брика, какой он дэмэдж просто руками всех боссов выносит. Это да. Никогда бы не подумал, что ты когда-то заботилась, Афина. Бросить ей щит. Но щит не успеет. Нет! Oh!
Так, ты не можешь использовать Гортис без нас. Прошу, не тронь ее. Не мне решать, что будет с ней дальше. Стоп. А где Вон? Я не знаю. Вон? Вон! Если тебе нужно избавиться от искателей хранилища, найди двум других искателей. Ребят, вы закончили? Yes. Да, мэм. Ага, Лилит будет рада увидеть эту недоделанную убийцу, в котором состоянии. А, не да. Это помните как раз, когда нас тогда связали, я помню. Вам нужно быть схватить на Афину, а не избавиться от нее. Я рад, что мы смогли помочь друг другу. Чувствуешь, Афина? Вот, теперь все кончено. Словное бабище. Потише, Амиго. Может, что она еще услышала? Ну, где последний кусочек головоломки? Нам ведь еще нужно призвать. Оставьте ее в покое. Скажи мне, где она, иначе твои друзья пострадают. Начинается с этого кусочка металлолома. Ладно. Ладно. Оно. Оно там. На Гелиосе. Да ладно, серьезно? Когда серия закончена, блин. Я не хочу разрывать. А, все, в следующем эпизоде. Вас приветствую, загородная жизнь. Вы хотите оставить старую скучную жизнь позади и двигаться к новым горизонтам. Корпорация Гиперион приветствует вас на Гелиосе. В вашем новом доме на облаках. Над облаками. На Гелиосе мы обнаружим целый мир новых возможностей. Вы увидите галактическое словно вы пилот собственного движения. Вы можете повеститься важным членом нашей консьержи. Все это возможно благодаря нашим лучшим людям в их деле. Это же делает и вас лучшим. Ну так что, вы готовы начать новую жизнь в Гиперионе? Конечно же готовы, потому что на Гиперионе мы ставим вашу жизнь точка. Рис. Бум. Нет, спасибо. Бум. Готово. Мы с вами закончили третий эпизод. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и... друзья. Всем пока.